прекратить, эти убийства, когда они уйдут отсюда, что же они делают, сволочи такие? Так. Коли ж нам дадут жизнь и покой, як мы жили, что им треба, одно шумных жителей. Буквально вчера я с ребенка стала там, пришла сюда наведаться, сегодня я у родителей осталась. Если бы не осталось, мне бы уже в живых не было, через мать. Ребенок остался без матери, так от каких же пор это все это... Срань будет продолжаться! За что нас убивают? Убивают самих себя! А Густав, что еще? Ребенок, а второй человек на пятом. Ребенок с Голубовки. Там с Голубовки много людей привезли. К сожалению, двое здесь погибло уже. Ну, ранение несовместимое с жизнью. Полные коридоры, палаты операционные. Что вам еще сказать? Скажите, кто погиб, мужчина, женщина, приблизительно какого? Мужчина, женщина погибли. И ребенок сейчас в операционной. Ну, состояние тяжелое. Очень тяжелое. Насколько тяжелое? Ну, если полная голова осколков в мозгах, как вы думаете. Все мирные жители. Еще не понимаю, что происходит.